Оксана Самойлова – блогер, бизнес-тренер, предприниматель, деньги с лохов собиратель, многодетная мамка и любящая жена. Сиськи. Стихус. Кстати, Оксана – мать того самого поехавшего дурдомовца Джигана, который прославился тем, что кукарекал на Луну как собака, сидя в реабилитационном центре, ой, то есть в шизокамере. И это не оговорка по Фрейду. Джиган же как ребенок в теле лысого бухаря. Мне кажется, ему периодически даже напоминать дышать надо, чтобы он не задохнулся. И не крякнул. Как в подобном месте у шиза оказался телефон, мне и представить страшно. Ладно, торпедироваться в прямую кишку кнопочной Nokia, она маленькая, это я могу понять. Но вот запихать в очко iPhone, с которого запустить из дурки прямой эфир и посылать всех направо и налево, это я считаю героический поступок, заслуживающий только уважения. Ты шо, да смотри на его фары, она неменяемая, блядь. Родилась Оксана 27 апреля 1988 года за МКАДом в шерстяной пеленке на четвертом месяце беременности. Это 20-летняя доярка Танюха, а вот это уже просветленная, познавшая дзен и все секреты вселенной и обратную сторону Луны Оксана Самойлова. Пластические операции, подумаете вы, фатальная ошибка. Просто у Самойловой своя линейка премиальной косметики, здоровый образ жизни, не совсем здоровый муж и огромный потенциал. Вон на Джигана посмотрите, вообще не изменился, за 10 лет кроме носа и бороды вообще ничего не выросло. Несмотря на то, что Оксане всего-навсего 35 лет, она является достаточно опытной женщиной, которая с большим удовольствием делится своими секретами успеха с подписчиками. Правда, делится она этими самыми секретами не бесплатно, ну да ладно, сейчас так модно. Она как Робин Гуд, забирает у бедных и оставляет себе. Также Оксана является достаточно известной создательницей различных поговорок, скороговорок, афоризмов и цитат на одной из самых интеллектуальных площадок, где собирается интеллигенция общества, а именно в Инстаграме. Есть одна вещь, которую я должна вам сказать, или может и не должна, но то, что я об этом не говорю, доставляет мне максимальный дискомфорт. Ощущение, как будто я что-то скрываю. Различные курсы и обучающие материалы мохнатая устрица высирает как не в себя. Курс по маркетплейсам «Отдыхая на море» замутила. Курс по успешному успеху в клубе «За барной стойкой» придумала. Бизнес по косметике так вообще сидя в своей машине организовала. Короче, Оксанка за короткий период времени успела конкретно так заложить за воротник. Так что вы свои истории о том, что предпринимательство это сложно и скучно, оставьте для лохов. Для этих там. Деньги можно зарабатывать не только, ходя на работу с 10 до 8. Но деньги можно зарабатывать, сидя дома. Ну, вы даете, суки. Итак, первое и самое главное, чему учит Оксана своих доиных подписчиков и юных предпринимателей, это налоги. Помните, что с прибыли нужно платить налоги, и про этот пункт лучше не забывать. Именно поэтому ребята из Петровки 69 совместно с ребятами из ФНС решили приостановить деятельность двух компаний Оксаны Самойловой. Налоги нужно считать правильно и платить вовремя, чтобы вы не погрязли в куче штрафов. Вот Оксана и посчитала свои налоги. Правильно. По понятиям. Ей просто неприемлемо отдавать бабки не пойми кому и не пойми зачем. Так и получилась цифра... 0,1. А может, это и вовсе был коварный продуманный план оформить фирмы задним числом на Джигана. Таких все равно даже в тюрьму не берут. Благо, было у кого учиться. Вон, у Блиновской вообще был ярд неуплаченных налогов. И ничего, живая. Сука, вы че, оху... Но давайте все-таки не будем терять зря время и под лупой рассмотрим аншлаг под названием «Курс от Оксаны Самойловой», в котором она совершила крутое пике. Этот проект я готовила больше года. А в году 365 дней. В нем собраны все мои знания. Да я уже чувствую, как я умнею. В нем вложена просто вся моя душа. Все последнее время я жила только этим проектом. Ну вы поняли, да, к чему клонит этот безработный аглоед? Лишних денег не бывает никогда. Особенно, если эти деньги окажутся в кармане Оксаны Самойловой и далее конвертируются в пивко, которое выпьет этиловый срэпер Джиган. Да и вообще, чего вы тут паритесь, голову забиваете, время ее тратите, сразу просто вот возьмите бабки и отдайте ей. Зачем нужен весь этот цирк? Да. Ты дурак? Да. Обожаю этого парня. Да.
Да! Дабы показать на личном примере, что достичь успеха может абсолютно каждый, змея решила провести экскурсию по местам боевой славы. Она показала подписчикам шалаш, в котором жила, и своего отчима Максима, которого считает своим отцом, но который, вопреки всему, не стал вкушать волшебные знания своей дочурки, не стал миллиардером, не переехал жить в собственный особняк и не женился на богатом бородатом мужике. Далее Оксана показала квартиру, в которой она жила с Денисом. Если вдруг кто-то не в курсе, кто такой Денис, Денис, как оказалось, это Джиган. Я сам только что узнал. Стыдно, каюсь. Так вот, жили они плохо. Квартира была крошечная. Им приходилось спать на полу. Вы только подумайте, спать на полу. Она просто забыла уточнить одну важную деталь, еще одну, очередную, что спали они не просто на полу, а на мокром, скользком, холодном полу. На полу, по которому ходили день и ночь тараканы и крысы. А то как-то не по понятиям получается. Он даже у Аяза Шабуддинова, мастера спорта по деньгам, и у Бони, главной по солевым, и то крысы ходили. По нему ходят тараканы, по этому белью, покрыты таким толстым слоем сала черного. Старый дом. Ночью, когда засыпал, слышно было, как крысы бегают по всему дому. Но даже не считая отсутствия серого вещества, не мешали гиалуроновой представительнице человеческого вида летать вместе с Денисом Джиганом в Париж пофоткаться на iPhone рядом с Эйфелевой башней. Ну вот это вот, Эйфелевая башня. Эйфелевая башня, в которой живут эльфы. Вообще, к Оксане часто заходят умные мысли. Правда, она не всегда им открывает. Именно поэтому следующим шагом Оксаны стала цель найти многодетную безработную мать и довести ее до приличного тремора, ой, то есть дохода. Именно вот эта девушка и стала той самой счастливицей. Посидели-попердели, за ручки подержались и принялись за дело зарабатывать бабло. И естественно, такая посиделка дала свои плоды. Черная вдова начала грести деньги лопатой. Да она за день заработала столько, сколько за все предыдущие браки из материнского капитала не вытащила. Вот что значит подержалась за ручку со святым человеком, прикоснулась к мощам. Вот, это вот сегодня. Вы тоже прислали деньги? Да. 8300. Отсоси у тракториста! 8300. Так, считаем дальше. Нужно знать определенные техники, и все, девчат, если вы их знаете, все, вы король мира, вы можете продавать свои товары, свои услуги, вы можете продавать... Себя, например. А так вообще насрать. Как выяснилось позже, многодетная мамба частенько попадает в сомнительные компании, где ей предлагают легкие деньги. Вот, например, эта же актриса в той же самой роли отдыхает в своем московском шалаше на пару с еще одной бизнес-тренершей Ритой Дакотой. Здесь все то же самое. За ручки подержались, миллион заработали и расход. После таких ламповых посиделок деньги не проблема. Надо бы теперь еще и о душе о своей грешной подумать. Вот, кстати, все та же рабыня Божия снимает грехи на телеканале «Спас». Кадила крутится, лавеха мутится. Нет, ну понятно, что Оксана для нас с вами старалась и хотела фильм в стиле Тарантино снять и позвала профессиональную актрису, которая снимается на «Спасе» и у других блогеров. Ее же наверняка никто не знает и не узнает. Вы посмотрите на это лицо, там же актерская игра уровня сериала «Счастливы вместе». Света Букина сидит и не знает, куда она попала. Наши придурки с Ютуба и то бы лучше эту роль отыграли. Далее преисполнившаяся звезда Рунета решила сыграть с нами в игру «Кто не плачет, тот москаль». Сидя в своем майбахе, Оксана начала давить из себя слезу и рассказывать сказки нищим подписчикам. Мне сегодня в ресторане подошла девочка, она работает официанткой. Она тоже не смогла купить курс, потому что его невозможно практически купить. Да, эти курсы такие. Но она заранее поблагодарила за возможность такого обучения, потому что она не хочет всю жизнь проработать официанткой. Ну зачем ты так сразу официанткой? Бери выше, разносчица этилового эликсира. А вообще, да, всю жизнь проработать официанткой, не пройдя курс Оксаны, это... бесполезная жизнь. Девчат, я прекрасно понимаю, какая на мне ответственность, и я прекрасно понимаю, что я не могу вас подвести. Конечно, на своем майбахе катать еще вот этих вот нищебродов. Ну, это я к тому, что я реально прекрасно понимаю уровень своей ответственности перед вами.
И я сделала все. Уровень ответственности там примерно такой же, как у презерватива за 30 рублей. А вообще, они, походу, с этой многодетной матерью одну и ту же актерскую школу заканчивали или кончали, я не знаю. Те, кто попадет на курс, вы будете мега счастливчиками, потому что я заморочилась так, как никто не заморачивался. Серьезно, я мультики отрисовала. У нас картинка видео просто киношная. Каждый съемочный день стоил 500 тысяч рублей. Ну, я же говорю, на кино потянуло. Стэнли Кубрик крутит черепашку в гробу. Ну, давай посмотрим на эти оскароносные моменты. Есть девочка, которую заставляли учиться в юридическом университете и сидеть за одним столом с двумя алкашами, бабкой и еще двумя ноунеймами. Девочка негодует. А есть Шаболда, которая зачем-то поперлась на школьном автобусе куда-то там. Далее она валялась на улице прямо на дороге, потом встала и пошла куда-то. Да-да, это девочка и есть я. Что все это значит и зачем нам с вами, будущим ученикам Оксаны Самойловой, вся эта информация, я не знаю. Да и даже не загоняйтесь, не ищите смысл, там все равно его нет. Курс еще не открылся, а люди уже говорят, что он говно. Шерстяной курс, кстати, четвероногая наебака назвала ни много ни мало как... Стратегия на миллион открытия! Ура! Разнообразие профессий, которым Оксауна... собиралась учить необучаемых, воистину впечатляет. Получите знания по нейромаркетингу, копирайтингу, инвестированию, финансовой грамотности. Получите профессии таргетолог, менеджер маркетплейса, SMM-щик, сторимейкер. Это невозможно не начать зарабатывать, потому что это четкая пошаговая инструкция к вашему первому миллиону. Правда, до миллиона придется долго идти, я бы даже сказал ползти, ибо средняя зарплата у данных вакансий 1030 в год. Еще должны останетесь. А остальные 970 в кредит возьмете. А если вам кредит не одобрят, то, я не знаю, в себе покопайтесь. Тарифов в рассаднике кринжа сделали 4. 3500 для нищебродов, 6500 для тех, кто чухает почву под ногами, 19000 для тех, кто поднялся, и, наконец, 120000 рублей для совсем конченых. Вместе с тарифом за 6500 вам после успешного окончания налицо Оксанка обещнулась выдать диплом. После обучения те, кто дойдут до конца. О как, до конца еще дойти надо. Звучит угрожающе, как в пиле. Те, кто дойдут до конца, будут получать не Филькину грамоту, не бумажку, которую дают всем подряд, называю красивыми словами. Вы получаете удостоверение, которое будет проходить по базе МВД, Министерства науки и высшего образования. Ебать. А жаль, так бы хоть за 6 косарей липовую корочку получил бы и ходил бы, людей пранковал. Ошалеть. Раньше бесполезную макулатуру в переходах продавали, а теперь Оксанка Самойлова прям в интернете дипломами банчит. У меня ощущение, как будто я не ролик сейчас снимаю, а мюнхенскую речь из погреба по скайпу слушаю. Чтобы получить этот самый заветный диплом о высшем образовании кафедры, где главный преподаватель Оксана Самойлова, любознательным гринго пришлось пройти пытку и слушать бред про какие-то денежные аффирмации. А еще за помните мою любимую аффирмацию. Деньги текут ко мне легко и радостно. Повторяйте ее как можно чаще в течение дня. Но если деньги так и не потекли к вам, то значит это вы какой-то не такой. Или просто говорите с неправильной интонацией. Короче, над связками поработайте. Есть же там всякие упражнения, когда орехи в рот пихают. Или еще что-нибудь. Поэтому приготовьте листок бумаги и ручку и достаньте или включите на телефоне калькулятор. Калькулятора с собой сегодня нет. Извините. И возьми ручку. Да, пиши именно на бумаге. И калькулятор не забудьте. Это я так, просто напоминаю. А вообще, я, если честно, словил дежавю. Такие приятные слова, предложения и мысли уже как-то ласкали мой слух ранее. Правда, спикеры были менее приятные. Выбрасываем все старое. Избавьтесь от ненужных вещей в доме. Если вдруг вы уже выкинули все ненужное, то просто подумайте о том, что хранится в вашем телефоне или в вашем... калькуляторе. Удаляем 10 чатов или выходим из 10 телеграм-каналов. Вы шо, кровные бараны или однояйцевые, не пойму? Ну, ничего, подождите. Это вы еще про карту желаний не слышали. Наверняка вы слышали про карту желаний. Это отличный способ представить свои желания. И я когда-то делала эти карты желаний. Закрывайте глаза и представляете, как летом вы едете на своем собственном новеньком Мерседесе белого цвета. Куда вы дальше едете? Вы едете встречаться с подругой, вы едете в спа, вы занимаетесь своими делами. Кстати, о делах. Попрошу вашего внимания. Минутка умных мыслей от не очень умных людей. Чтобы начать свое дело и быть успешными, нужно придумать супер-классную идею. Такую идею, которая будет лучше, чем у кого-то другого. Я думал, калькулятор будет сегодня апогеем, но нет. А вот и список из 100 оригинальных бизнес-идей на миллион из курса Оксаны Самойловой. Предупреждаю сразу,
лучше и оригинальней вы точно не придумаете. Мозгов не хватит, не на том уровне плаваете. Дрессировка собак. Ну, если такая, то только имени Алексея Панина, естественно. Мы обнюхались и пошли. Хостел. Если и открывать, то только с баней и Господи. Кофейня и правда гениально. Шиномонтаж. Но если ты дырявый, то никакие заплатки не помогут. Пекарня и бургерная. Ебать. Успех неизбежен. Гостиница для животных. Так у Самойлы вроде есть дом. Питомник для домашних животных. Оригинально. А еще есть выгул или уход за собаками и дрессировка собак. Вообще, я бы эти 4 пункта объединил бы в один и основал где-нибудь под Москвой собачий кооператив, где жили бы только животные, а Оксана была бы там собачьим председателем. Еще из интересного есть уход за пожилыми людьми, ухажер на вечер или муж на час, агентство профессиональных ждунов и доставка воды и еды в пробках. Здесь я бы тоже произвел некое слияние. Ухаживать за пожилыми отправил бы ухажер на вечер или мужа на час. А ждунов заставил бы нон-стопом кататься по МКАДу и доставлял бы им воду и хрючево. Короче, преисполнившаяся решила пройти жизнь с щитами и подсунула ученикам очередное фуфло. Ну, полезные советы от Оксаны Самойловой. Они такие: откройте кофейню и заработайте 1 000 000. Или откройте питомник для собак и заработаете 2 000 000. Все гениально, все просто. Просто я не тварь, я блевотина. Дальше по курсу было немного веселее. Хранительница бухого очага затронула очень важную тему, связанную с семейной жизнью. Привет, мои будущие миллионеры. И извращенцы. Привет. Сегодня я расскажу про ролевые игры. Мы попробуем разобраться, кто из нас жертва, а кто хозяин. Внести флюгига хаймен. Что это? Что это за хрень? Понятия не имею. Хуйня. Кстати, в далекие времена, когда у Оксаны еще были на лбу складки и лицо было похоже на живое, она пыталась делиться секретами счастливой семейной жизни. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, ты ревнивая? Если да, то как борешься с ревностью? Очень просто. Отправляет на профилактические работы своего мужа Джигана в ночной клуб, где тот облизывает копыта какой-то рандомной особи. Но то было давно и неправда. Теперь-то она опытная женщина и может подогнать нам супер много инфы. У меня здесь для вас супер много инфы. Инфа и правда полезная. К ней никаких претензий. Претензии только к спикеру. Ты можешь хоть немного уделить нам внимание и посмотреть в объектив камеры, а не на свой гребаный телесуфлер. Мы же все-таки за это деньги платим. Ну, хоть поздоровайся с нами. Привет, мои дорогие. Да. Но чтобы нам не растягивать уроки до 2029 года... До него дожить еще надо. Что же такое ресурсное состояние? Бля, не знаю. Это жизненная энергия. Буду иметь в виду. В жизни пригодится. А что такое энергия? Что? Это наш с вами запас сил. Прикольная такая. Сама спрашивает, сама отвечает. Кто я? Где я? Как я тут оказалась? Как бензин у автомобиля. Когда он заканчивается, мы, естественно, едем заправляться. Когда мы остаемся без энергии, что нужно сделать? Выпить бензин. Правильно. Далее Оксана решила раскрыть обывателю химический состав бензина и огласить секретную формулу, над которой команда Оксаны работала до 2029 года и на которую было потрачено 500 миллионов тубриков. Альфа, бета, дельта, тета, гамма, тета, бета, альфа, гамма. На этом секреты не закончились. Для того, чтобы у вас была энергия, вам важно высыпаться. Вау. Для того, чтобы получить заряд энергии, нам нужно поесть. И пивка. Чем правильнее мы питаемся, тем полноценнее чувствует себя организм. А рыбы воду обоссали. Вон Джиган прекрасно себя чувствует. Он же не от плохой жизни и плохой еды в ширину растет. Еще и детей с раннего возраста к правильному пиву приучает. Не семья, а женский монастырь. Нет, неси пиво, батюшка. Для каждого человека жизненно важен кислород. Не поспоришь, и правда достойный курс. Стоит своих денег однозначно. Кстати, о деньгах. Счастливчики, которые купили тариф за 120 тысяч, имели созерцать саму мать Илона Маска. По скайпу! Я не могу, на самом деле, я очень за вас рада, потому что спикером будет Мэй Маск, мама Илона Маска. Мать Маска от матери Джигана недалеко уковыляла со своей клюшкой. Там уровень очевидности тоже ого-го. Есть, конечно, еще куда расти. Don't have friends who are not nice, because they can damage you afterwards. And have a family first. Always think of your family first. Ну а если серьезно, мать Илона Маска, которая всю жизнь проработала моделью и удачно выскочила замуж,
кого-то мне это напоминает. И правда толкнула для жаждущих знаний сильнейший спич. А какой совет вы бы дали самой себе в юности? Что, чё, как с ними разговаривать? Это никто такие вещи не делает. Вот убила бы такой долбоёба, кукай, петух ёбаный. Как понять, какую нишу выбрать, когда в голове очень много разных проектов? Никуда не выходи, дома сиди, дядя, на работу не иди, ёб твою мать.